Специалисты жилищно-коммунальной сферы Анапы приняли участие в краевом селекторном совещании по ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований Кубани под руководством вице-губернатора Андрея Алексеенко. Основное внимание – ремонту дорожного фонда края в 2017 году. По результатам использования выделенных краевых субсидий в 2016 году планировалось произвести ремонт и капитальный ремонт 60 км автомобильных дорог местного значения и построить, произвести реконструкции 2,8 км автомобильных дорог. Технические показатели мы достигли по ремонту и капитальному ремонту 91 км. Для участия в программе 2017 года муниципалитеты края подали заявок на 3 миллиарда 800 миллионов рублей, что в три раза превышает выделяемые лимиты. Рассмотрение заявок продлится до 17 февраля. Анапа предоставила расчеты по 18 объектам улично-дорожной сети на сумму 110 миллионов рублей. Вопрос участия Анапы в краевой программе на контроле у заместителя главы Анжелики Бузуновой. В планах ремонт Пионерского проспекта, улица Страханская, Тургенева, Гоголя и других. Закончено формирование заявок по сельским округам. Анжелика Бузунова потребовала от управления ЖКХ жесточайшего контроля и за подрядчиками, чтобы не получилось, как у соседей. Контракт есть, а работы выполнить не успели.